Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий», програма «Відкрито про спорт». Сьогодні у нас в гостях майстер спорту України з тхеквондо ВТФ, старший тренер дефлімпійської збірної України «Укрцентру Інваспорт», старший тренер з тхеквондо міської дитячо-юнацької спеціалізованої спортивної школи Олімпійського резерву Павло Пшенічніков. Вітаю, Павло. Вітаю, Сергію. Відразу вибір впав на тхеквондо. От розкажіть, будь ласка, з чого починали свій шлях у спорті? Самого дитинства? Ну, во-первых, нужно понимать, что я родился в Советском Союзе, в то время тхэквондо было запрещено. Ну, не только тхэквондо, все восточные единоборства были запрещены. И не мог я начать сразу с тхэквондо. Поэтому у меня, в принципе, как путь, наверное, многих мальчиков того времени начинался с того, что сначала пошел на плавание, несколько лет проходил, потом походил в клуб юных моряков, там было интересно, форма, гребля. Там отжимания какие-то, было интересно. Потом всех единоборств брали с 12 лет, и у нас во дворе разделилось, там, кто-то пошел на бокс, кто-то на дзюдо. Ну, когда меня спрашивают, почему я пошел на дзюдо, почему спрашивают на дзюдо, я говорю, я не знаю, наверное, мне понравилось кимоно. Потом в моей школе уже, видимо, начались какие-то процессы, там, перестройки, и у меня в школе открылась секция рукопашного боя. Фактически там просто была прикрытая секция карате, где учили карате, только термины давали на русском языке. Какое-то время занимался дзюдо и рукопашным боем, потом все больше рукопашным боем. И по окончанию школы был выбор, куда поступать. И мой первый тренер, Смотров Александр Григорьевич, для меня был тогда таким большим авторитетом. И я пошел, как бы, захотел быть тренером тоже. И поступил в Днепропетровский институт физкультуры на специализацию тхэквондо. Был первый набор в 92-м году, как раз я школу закончил, первый набор, и так все сложилось. И уже у Днепропетровска, уже тут вы познакомились с основником Федерации тхэквондо Украины, первым президентом Федерации Петренком Игорем Леонидовичем, так? И ну, він, это сейчас, наверное, когда... Он тоже сделал великий внесок в ваш развиток. Ну, сейчас, наверное, когда говорить, что я уже состоявшийся тренер, то, наверное, можно говорить, что познакомился. На самом деле, это я был пацаном, который огромными глазами смотрел на выдающегося мастера боевых искусств Игоря Леонидовича Петренко. И, то есть, мой дядя дружил с Игорем Леонидовичем, меня, как бы, в 91-м году мы приезжали, чтобы меня на смотрины, скажем так. Он говорит, да, беру. И я уже ехал, знаю, куда я попаду. И потом тренировался у него под его руководством. А это был один из ведущих специалистов по восточным единоборствам в нашем городе. И, наверное, не только даже в Украине, а на территории бывшего Советского Союза один из таких больших лидеров. Він, до речі, починав не з тхеквондо, були інші східні єдиноборства, а потім став у витоків цього виду спорту. От розкажіть, будь ласка, багато ця людина зробила для розвитку тхеквондо в Україні? Ну, скажем так, он сделал все, что произошло в первые 10 лет развития тхэквондо. Ну, я некоторые слова знаю по словам своих старших товарищей и друзей, что в 89-м году в той секции, которую он вел, он пришел и сказал, все, ребята, мы начинаем заниматься тхэквондо. Потому что в 88-м году тхэквондо уже на весь мир зазвучало. На Олимпийских играх демонстрационная программа была. Начали приезжать корейцы в разные страны, их приглашать начали, в том числе и в Советский Союз. Игорь Леонидович один из первых, и уровень его мастерства свидетельствует о том, что ему сразу же присвоили второй дан. То есть черный пояс второй степени. Многие люди даже черный пояс первой степени не получили в то время. Он был хороший специалист. И он начал развивать вид спорта, верил в его олимпийское будущее, начал развивать, открыл же, опять же, специализацию тхэквондо. И первый в Днепропетровске, первый в Украине, возможно, одно из первых в Советском Союзе, где начали люди готовиться и через 4 года уже вышли с дипломами тренеров. В 96-м году была открыта спортивная школа ДЮСШ, точнее, ДЮСШ отделение. Тоже первое в Украине и одно из первых, я так разговариваю с разными людьми, одно из первых именно официальных в спортивной школе. Плюс выезды на чемпионаты мира, чемпионаты Европы, которые осуществлялись именно, скажем так, он занимался бизнесом за счет его финансирования. Плюс он просто находил людей, там, которые занимались другими единоборствами, предлагал им, ребята, давайте заниматься тхэквондо, из-за того, что оказывал им финансовую помощь в развитии. То есть фактически он построил тхэквондо в Украине. А когда уже имея базу, то дальнейшее развитие,
уже все-таки делать проще, когда есть такой заложен фундамент. То есть Игорь Леонидович, как на английском языке говорят, фаундер, основатель, да, то есть он действительно сделал фундамент украинского тэквондо, и фактически каждый камешек, который заложен в украинском тэквондо в основании, это все работа Игоря Леонидовича. От, до речі, у чому перевага східних єдиноборств? Ви казали, ви займалися рукопашним боєм. Є боротьба класична, так, є бокс. Чого багато юнаків обирають саме от східні єдиноборства, зокрема тхэквондо? Я думаю, что во многом оказывает влияние, скажем так, медиапространство, которое осуществляет, да, то есть, ну, мы-то помним то время, когда были подпольные сначала, так, ну, условно подпольные там какие-то видеосалончики, когда есть, к примеру, кинотеатр, а рядом маленькая комнатка, где телевизор, и люди смотрят боевики. В то время была популярность гонконгских боевиков. Люди делали что-то непривычное, били ногами в прыжках, там высокие шпагаты демонстрировали. Это было завлекающее зрелище. На меня тогда оказало влияние. Мне хотелось научиться бить ногами. Ну, и слово тэквондо уже звучало, потому что проводились уже несколько было матчей и встреч. СССР, Испания были, они показывались по центральному телевидению, я это уже видел, мне хотелось там побывать. И потом я со многими людьми, которые там участвовали, познакомился. Это было, ух ты, причастен ко всему. Вот что-то новое творится. Мне это было тогда интересно. Сейчас, мне кажется, что уже много разных видов спорта интересных для молодежи. Думаю, что спрашивать у следующего поколения, почему они выбирают. У світі тхэквондо є кілька різновидів, є три федерації – ВТФ, ITF, GTF. От яка версія найпопулярніша і чим вони відрізняються? Ну, сейчас уже намного больше федераций, но да, три такие самые громкие, это, конечно, ВТФ, ИТФ и, ну, ГТФ все-таки, она есть, но ее нет. Вторая мировая война закончилась, до этого Корея была больше 50 лет под оккупацией Японии. Естественно, были уже люди, воспитанные в традициях японских единоборств, в том числе, конечно же, карате. И эти школы продолжали существовать. Наверное, скажем, после войны между Северной и Южной Кореей возник, скажем так, политический заказ на национальное единоборство. Было несколько версий, которые возникли на базе карате. Тэнксудо, конгсудо и тхэквондо. Тхэквондо предложил человек, который был генералом армии Южной Кореи. Политическое влияние, эта школа прошла, начала развиваться. Сначала была открыта КТА, Korea Taekwondo Association. В нее входило 8 очень крупных, скажем так, маленьких, но крупных федераций, да, как, так называемые кваны, школы. И одна из этих школ была школа Удакван генерала Чой Хон Хи. Потом генерал по политическим мотивам уехал, те люди остались, генерал уехал за границу, и там уже открыл ИТФ, International Taekwondo Federation. Те люди, которые остались, открылись в ВТФ, World Taekwondo Federation. World Taekwondo Federation всю жизнь продолжает пользоваться поддержкой правительства Южной Кореи. И мы, конечно, понимаем, что влияние генерала огромное, как исторической личности, но не может один человек, скажем, спорить с финансированием государства. Поэтому ВТФ развивалось в разы интереснее, больше, и именно ВТФ попало в Олимпийские игры. И, конечно же, Олимпийские игры популяризируют любое направление, куда попадает. Поэтому оно самое массовое, самое популярное. І у Сеулі на церемоніях відкриття, закриття саме пропагували, рекламували категорію, да. Версію ВТФ, так? Да, конечно, тем более, что Олимпийские игры 88-го года, это сейчас, скажем так, глядя уже с высоты прожитых там времен, мы понимаем, что это было огромное достижение, и это действительно была самая массовая рекламная площадка того времени, потому что 80-й год, Олимпийские игры в Москве, бойкот, 84-й игры, бойкот, и 88-й год Сеул, приезжают все. И внимание всего мира, так чем же будет противостояние двух систем? И на главной площадке открытие только тэквондо. И тэквондо уже знают во всем мире, и все о нем говорят. То есть это, ну, вклад политики Южной Кореи в развитие этого вида спорта, оно стало очень популярным. І от, до речі, з 1983 приблизно до 89-го у Радянському Союзі було заборонено східні єдиноборства, так? А з 89-го почався розвиток і у тому числі і тхэквондо. А чому була, до речі, заборона і як почався от розвиток? Я не помню, коли точно запретили, але я точно знаю, що до розвалу Совєтського Союзу так і не був запрет знят. Тому що так вийшло, що я займався
не понимают. То есть ты занимаешься, и ты знаешь, что занимаешься чем-то запрещенным. Хотя на самом деле хороший вид деятельности. И это присутствовало. Даже в то время я помню это все. Система побоевалась, так? Да, да, потому что ну, я точно знаю, что у нас там были какие-то слова, что ни в коем случае не пользуйтесь там, японской терминологией, там еще какие-то были такие вещи. Были какие-то контроли со стороны проверяющих органов. Даже мне тогда 15, 16, 17-летнему парню это все запомнилось. Это, мабуть, была политика, так? Политика. А сейчас, я так думаю, почему-то запрещали. Наверное, потому что, во-первых, сверхдержавы, там, например, СССР, сверхдержава Япония, которые вели свою пропаганду. И, наверное, карате по тем временам отличалось тем, что оно было не только системой физического воспитания, оно еще было, скажем так, системой морально-волевого воспитания, отличающееся от системы воспитания советского человека. То есть воспитание индивидуальности в противовес воспитанию советского человека, который должны ходить туда, куда скажут. Разум. И это, наверное, ну, вражда идеологии, не вражда, скажем, самой вида физической активности. Вражда идеологии была. И поэтому его запретили, как легче запретить, чем контролировать. До речі, продемонстрували тхэквондо у 88-му на Олімпійських іграх у Сеулі, а до програми Олімпійських ігор офіційно цей вид спорту було внесено тільки у 2000 році, так? Да, конечно. Это же не все так быстро делается. На самом деле каждый вид спорта, пока попадает в олимпийскую семью, проходит большой путь. То есть там в 72-м году был проведен первый чемпионат мира по тхэквондо ВТФ. Кстати, по тхэквондо ИТФ, хотя она и раньше открылась, чемпионат мира прошел в 83-м, по-моему, когда ИТФ начала пользоваться поддержкой правительства Северной Кореи. Потом в 80-м году было тхэквондо признано как вид спорта. В 82-м была презентация, что этот вид здесь. В 92-м году был проведен, в 88-м и в 92-м году окололимпийские турниры. То есть проходят Олимпийские игры, и в одном из залов рядом вы можете зайти посмотреть. Проходил турнир по тхэквондо. В 96-м году в Атланте было принято историческое решение, что тхэквондо официально учреждается, и в 2000 году уже стартует как олимпийский вид спорта. Это сразу же дало нам большой толчок, потому что ну, для меня, я так помню, просто присваивали звание мастера спорта, не присваивали. В 96-м году объявили, сразу же у нас открылось, Игорь Леонидович очень быстро среагировал, открылось отделение тхэквондо в ДЮСШ, которое со временем за результатами тхэквондо стало ДЮСШОром. И сначала было областным, потом городским, ну и где я сейчас работаю. И начали присваивать звание мастеров спорта в то время, когда многие еще их не получали. Это было уже интересно и приятно. Ну, речі, Павло, вы маєте звання майстра спорту України, у вас 5-й дан з тхэквондо ВТФ, так? Да. А от розкажіть, будь ласка, про свої досягнення і коли закінчили активні виступи? Це вкратце почну хвататися з дитинства, да, там, по плаванню там щось займався, десь виступав на рівні міста, якісь розряди присваювали, чесно кажучи, сильно не пам'ятаю. По дзюдо несколько раз выступил, там, встречу выиграл, встречу проиграл. По рукопашному бою тогда только все начиналось, но тем не менее успел там выиграть. Не знаю, насколько это официально было, но тогда это сказали, что это чемпионат области по рукопашному бою. И дали, присвоили там второй разряд, потому что это по юниорам было, как сейчас говорят. А тогда это было среди военно-патриотической молодежи, даже название само. Сейчас юниора, а раньше была военно-патриотическая молодежь. Очень удивительно. А по тхэквондо первый, наверное, призером первый раз на Украине стал в 94-м. Потом, в принципе, почти каждый год какие-то призовые места занимал. Раза 3-4 на чемпионате, на кубке, на студентах. И опять на чемпионате был вторым. Два раза выигрывал Украину кубок и... Ну, два раза кубок выигрывал. В общем, раз 10-12 был призером и в 2000 году выступил в последний раз. Коли, до речі, тхэквондо було презентовано вже на Олімпійських іграх офіційно, а от за що дають тхэквондо ВТФ звання майстра спорту України? В некоторые годы меняются правила, но в целом так. Чемпионат Украины по юниорам – первое место, чемпионат Украины по взрослым – первое, третье при условии не менее 3 выигранных боев, Кубок Украины – первое, второе – не менее 2 выигранных боев. Ну, на молодежи то же самое. И сейчас начали еще давать за чемпионаты мира среди кадетов. Или первое, второе, или первое, сейчас точно не помню. Не, первое, третье, на мире по кадетам. Что потримати 5-й дан? Что потрібно зробити? Любить свой вид и долго быть в хорошей форме. Ну, есть система ранжирования в тхэквондо. Ну, вообще во всех восточных единоборствах есть система ранжирования, точнее, во многих. И система экзаменов. То есть она подразумевает под собой учет техники и стажа.
Ну, в среднем, как минимум, надо заниматься лет 15-20, чтобы дойти до уровня пятого дана. И я даже похвастаюсь больше, наверное, сейчас один из немногих достаточно молодых сам тренеров, у которого уже воспитанник есть в пятом данном. Мой помощник и мой воспитанник Андрей Старков в прошлом году был аттестован на пятый дан. Я уже горжусь даже больше его достижениями, чем моими, потому что я пятый дан получил еще в 2010 году. По идее, надо было уже шестой, седьмой сдавать, но я как-то не сделал пока этого. А от, до речі, коли зрозуміли, що будете тренером? Об этом я начал говорить еще в классе в 10-м. Даже не в 11-м, а в 10-м классе. Тобто ще були спортсменом? Да, тогда еще даже слово спортсмен к рукопашному бою сложно применять, потому что сейчас спортсмены выступают очень много, тогда просто был активно занимающимся парнем. Потому что 2-3 турнира в году, это не то, как сейчас у людей столько же за месяц происходит. И уже тогда у вас было разумение, что будете тренером? Вот захотелось. Вот я сам удивляюсь, но мне захотелось и получилось. И, кстати, такой момент, в 92-м году был набор в Инфис, и, первый набор по тэквондо имеется в виду. Из нашего выпуска у нас поступило 9 человек, а тренером работаю я один. Вот, к примеру, следующий набор 93-го года в тренерской работе 5 человек осталось почему-то. Я не знаю, почему так получилось. Ну, наблюдение такое интересное, жизненное. Це, мабуть, залежить від людей, так, які навчаються, які потім... Просто наблюдення життя. Українські спортсмени, до речі, потрохи прогресують, так, вже є чемпіони Європи, чемпіони світу серед юніорів. Розкажіть, будь ласка, взагалі про досягнення українських, так, є учасники Олімпійських ігор, так, да. Є там, до призових місць ще не добираються, але вже досягнення. Якщо ми говоримо о взрослому спорті, то по взрослому вже теж є чемпіони Європи. Дві дівчатки, обі воспитанниці Олега Нама, це Сорока Анна і Рамалданова Ірина. І Рамалданова Ірина – серебряний призер чемпіонату світу по взрослому. По взрослым достаточно много серебряных и бронзовых медалей у нас. По юниорам есть чемпионка мира, по кадетам два чемпиона мира есть. Очень много чемпионов Европы у нас в кадетах и в юниорах. Там даже сейчас статистику четко не подведу. Потому что в последнее время тэквондо начало активизироваться, начало много турниров быть. Наверное, что бы там ни говорили о том, что мы плохо живем в стране, но все-таки мы начали зарабатывать больше, чем раньше, и стало легче выезжать в Европу. Мы больше ездим, больше выигрываем. Даже у нас в Днепропетровской области уже, к примеру, за прошлый год, я скажу, в 2019 году достижение Днепропетровска, есть чемпион Европы среди глухих спортсменов, мой воспитанник Роман Карнаухов, есть Яна Савусьянова, чемпионка Европы по детям. Есть двое спортсменов у Александра Кощеева, чемпионы Европы по тэквондо пумсе. Это только в Днепропетровске, только в 2019 году. А еще вторых и третьих мест много. Поэтому... А сколько спортсменов, вот расскажите, будь ласка, брали участие в Олимпийских играх, вот, начиная с 2000 года от Украины, какие места они выборывали? Ну, это тот самый у нас пробел участия в олимпийских видах спорта, и в олимпийских дисциплинах у нас мало достижений. То есть в 2004 году Александр Шапочник прорвался на Олимпийские игры, заработал лицензию, стал там пятым. В 2012 два человека зашли у нас, Конева Марина и Гусаров. А вот по достижениям они тоже выше пятого места точно не поднялись. Там, по-моему, даже не пятое, а седьмое, восьмое у обоих. Ну, все-таки мы сейчас должны понимать, что Олимпийские игры – это соревнование не только спорта, это соревнование экономики. И в спортсменов нужно реально очень много вкладывать. Я просто знаю из разговора, как у нас отбирались люди наши днепропетровские, то, к примеру, на отбор одна семья потратила там порядка 40 тысяч долларов на поездки в течение года. И при этом, когда Наташа Мяснянко стала на лицензионном турнире четвертой, а лицензия первая – третья, то это, скажем, не способствует тому, чтобы следующие люди сильно хотели. А государство не дает такую поддержку на одного человека. Таких денег у нас нет, к сожалению. Надо понимать, что 50-60 тысяч в год надо вкидывать только в поездки одного спортсмена. А, до речи, вот на Олимпийские игры в Токио у Украины есть лицензия? Дело в том, что еще один турнир был отменен и не провелся. То есть, если даже наши спортсмены и прорывались на Олимпийские игры, то они брали свои
ліцензії на європейських турнірах. А європейський турнір був відмінений в зв'язі з коронавірусом. От ви вже затронули проблеми українського спорту. От взагалі, на вашу думку, як їх вирішувати? Ну, до держави, мабуть, теж нема таких грошей, коштів на одного спортсмена там 40, 50, 60 тисяч. Так багато видів спорту є, окрім тхеквондо, інші види спорту. Так, звісно. Ну, я не могу говорить за всю державу или там за весь город. Я могу говорить о том, что, скажем, пробую делать я. Да? У нас зачастую присутствуют такие слова. Я считаю, что это остаток, рудимент Советского Союза, когда говорят, а как же, а что, вы не поможете парню, если он талантливый, но из бедной семьи. Я говорю, ну да, не буду помогать. Может быть, это звучит зло, но да, я ориентируюсь на тех родителей, которые понимают, что мы живем в капиталистической стране уже, и что за подготовку своего ребенка нужно платить деньги. Я не говорю о тренировках, то есть как раз для тренировки любой ребенок приходит ко мне в зал, тренируется без проблем. Это мои, именно мои группы, они бесплатные. А вот поездки за границу мы не вытянем, нечем. То есть, если папа и мама не финансируют, то, к сожалению, на других спонсоров сложно рассчитывать. И поэтому, да, я говорю, что хотите быть спортсменами, будьте готовы за своего ребенка платить. И, слава богу, появились такие родители, которые понимают это. И, ну, я говорю, каждый год мы там последние там, года привозим достаточно большое количество медалей. И, честно говоря, даже их уже и не считаю. Золото считаю, остальное все. Это хорошо, но нам надо только золото. До речі, окрім олімпійської збірної, є паралімпійська, є дефлімпійська. Ви старший тренер дефлімпійської збірної тхеквондо ВТФ Укрцентру Інваспорт. Тут розкажіть, будь ласка, які справи зараз у ваших підопічних? Якщо ми беремо пути розвитку, то там якраз система підтримки держави дуже сильно присутствує. Я 5 років назад, скажімо, почав більш плотно працювати, хоча вже около 9 років працюю з ребятами з інвалідністю. То это во многом, именно не во многом, а 100% достижения Сушкевича Валерия Михайловича. Это его огромный труд, огромный энтузиазм, что он помогает людям с инвалидностью. Поэтому там другая система. И люди занимаются, большие достижения. В 2015 году так получилось, что сборная Украины по тхэквондо с проблемами слуха оказалась, скажем, ее не оказалось, потому что они базировались все в Севастополе. И я начал строить, скажем, заново работу новую. На дефлимпиаде 2017 года нашел хорошего парня, который, глухого парня, который занимался до этого каратэ Кушинкай, переквалифицировали его на тхэквондо, серебряную медаль он взял. А сейчас уже есть спортсмены, которые с нуля воспитывались. И на чемпионате Европы 2019 года у нас было первый раз вообще в истории украинского деф-тхэквондо золотая медаль. 4 серебряных и 3 бронзовых. Из этих, причем 4 серебряных, тут и золото, и 2 серебряные, это именно мои личные воспитанники, которых воспитывал сам. Очень приятно мне это было видеть, когда они выигрывают. И очень люди были удивлены тем, что 3 финала подряд выходят украинцы. До этого такого в истории деф-тхэквондо не было. Ну, я доволен этим результатом. До речі, куди можуть приходити діти, батьки приводити своїх дітлахів, щоб позайматися тхеквондо? От до вас в секції, де ви працюєте, куди ви запрошуєте? Ну, непосредственно я працюю на базі міській спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву на вулиці Херсонська, 3. Но іменно дітьми працюють началом і помощник, у нас тренерська бригада Андрій Старков, який, ну, возле меня уже 20 лет, и был, даже есть где-то фотографию, случайно недавно нашел, где я выступаю на соревнованиях, а он стоит на меня, смотрит открытыми глазами. Сейчас уже есть детишки, которые на него смотрели открытыми глазами. Андрей уже взрослый и очень, ну, взрослый человек, и очень серьезный мастер, и мы работаем в паре. Поэтому и ты же на Херсонские 3? Да, мы работаем вместе, у нас сегодня тренерская бригада. То есть, ну, больше на детях специализируется Андрей, я специализируюсь немножко на более старших ребятах. Хотя, конечно, мы друг друга заменяем часто. То есть, сейчас я должен быть в зале, но в зале сейчас Андрей. Розкажіть, будь ласка, наші спортсмени, ну, їздять зараз по світу, дуже часто виїжджають і в Європу, і в Південну Корею. Проводяться у нас в Україні змагання такого рівня, як проводив Ігор Леонидович Петренко у 95-му далекому році, коли відбулася матчева зустріч у Палаці спорту «Метеор» у нас у Дніпропетровську між збірними України та студентською збірною Сполучених Штатів Америки. До речі, там і зірки естради, Віктор Салтиков, Сергій Лемах виступали. І окрім зірок, там були справжні зірки тхеквондо? Ну, іменно в той формат 95-го року, це був
великолепное шоу и великолепный формат 95-го года. Мир развивается. На тот момент приехала сборная США, там был Лопес, который старший брат из семьи, легендарной семьи тэквондо Лопесов, где старший брат потом, он, по-моему, несколько раз выиграл панамериканские игры. Его брат, который за ним по возрасту, 3 олимпийские медали, и 3 из них 2 золотые. И он 3... тоже был участником? Нет, это просто тот Лопес, который, скажем, сам, знаете, как стал основателем клана Лопесов. То есть клан Лопесов, 4, ну, 3 брата и сестра, 2 брата чемпиона мира, сестра чемпионка мира, а их тренер старший брат. У него достижения панамериканские игры, а у одного из братьев 3 золотые, 2 золотые и бронзовая медаль на Олимпийских играх, и 3 золотые медали на чемпионате мира. То есть это такого рекорда в нашем виде спорту, то я думаю, в других видах спорта немного. А тоді змагання, до речі, відбулися на досить високому рівні? Да, это были, ну, там было много людей, которые занимали призовые места на панамериканских играх. Это высокий уровень. А зараз є в Україні? От, а сейчас есть соревнования, вообще в мире проводятся турниры, скажем так, серии G, Global, ну поэтому. И есть такой турнир, как Ukraine Open, на который приезжает достаточно много людей, бывает иногда и до 20 стран собирается, и поэтому там уже формат проведения, ну, другой. В некоторые года бывает не очень, а бывают года очень достойные. Плюс в этом году планировалось новое такое мероприятие, называется Generation 24, поколение 24. То есть, ну, идея, что проводят разные регионы свои соревнования, потом проводят, то есть мини-олимпийские игры для тех, кто может претендовать на Олимпийские игры 24 года, мини-европейские, то есть это для тэквондо. Это было запланировано на апрель в Харькове, но коронавирус, ну, нарушил. Поэтому Украина сейчас и узнаваемо, что есть и турниры украинские, которые люди приезжают с разных стран, и мы выезжаем везде, то есть, ну, поэтому мы как бы через спорт идет популяризация нашей страны. Павло, є у вас особисті мрії у спорті? Скажем так, мои основные спортивные достижения были сами, всегда делались именно уже под украинским флагом. То есть тогда это были чемпионаты страны, когда принимаешь тысячи награждений и смотришь на украинский флаг. И у меня просто сформировалась моя личная мечта, как можно чаще видеть украинский флаг, поднимающимся впереди всех. И мое желание видеть его все чаще и чаще поднимающимся. И я планирую так еще лет 20-30 этим делом принимать участие в том, чтобы наша страна побеждала на международных соревнованиях. Любой турнир, где мы чемпионы, для меня подарок. Дуже гарна мрія. Я бажаю, щоб вона якомога чаще, ну, відбувалася. Прапор України підіймався на п'єдесталі у великих залах. І не тільки у тхэквондо ВТФ. Конечно, конечно. Именно Украина forever. Дякую за те, що завітали на програму. І наприкінці нашої програми традиційне побажання займатися спортом і бувайте здорові. До побачення.